Господа и любезные дамы, сегодня поговорим об этом чуде природы под названием яйца перепелиные. Мне уже давно за 40, и у меня все хорошо работает, но суть не в этом. Это какое-то чудо. Варить их просто преступление. Если уж хочется пожить нормальной, полноценной жизнью, в определенном возрасте, хотя, повторюсь, у меня таких проблем не существует, но они тоже помогают и подстегивают. Сегодня я расскажу вам, как их правильно кушать. По объему это примерно куриное яйцо, 5 перепелиных, а по факту это целый кладезь витаминов и полезных белков. Во избежание всяческих неприятностей, все это надо помыть под очень горячей водой. Я обмакиваю в кипяток. Ну, сами понимаете, что крайне горячо, но зато от всяких сальмонеллезов и прочих проблем избавит. Почему? Дело в том, что яйца перепелиные обычно выводятся на таких же куриных птицефабриках. Хоть перепела и не болеют этой гадкой болезнью, лучше себя обезопасить от всяких проблем возможных. И они не сварятся, это быстрый процесс. Надо, главное, вовремя слить. Я думаю, что не успели свариться. Есть специальные ножницы для вскрытия яиц, они у меня на самом деле есть, но не знаю, куда задевались. Поэтому, ну, будем рассматривать вариант, когда этого ножа нет. Вот стаканчик, вот яички. Мы их хлоп, собственно, как и куриные, переливаем в стаканчик. Это прям Виагра, имейте в виду. Теперь нам нужно для полного получения сексуального результата, скажем так, немножко красного перчика сюда. Именно красного, не черного, никакого другого. С мельницы красного перчика. Но совсем-совсем чуть-чуть. И табаско. Табаско – жестокая вещь, но тем не менее. Буквально 3 капли. Ну уж если зальете водочки, добавите немного томатного сока, только свежевыжатого, ни в коем случае не пакетированного, то у вас будет Bloody Mary или кровавая Мэри в самом суперском ее варианте. Ну и немножко подсолить. Немножечко соли, потому что соль, говорят, белый яд, но это неправда. Без соли наш организм не живет, не зря олени ее так любят, а мы тоже в какой-то степени жвачные животные. Вот видите, что получилось? И все это взбиваем в гоголь-моголь, только это гоголь-моголь из перепелиных яиц. И теперь можно это пить и наслаждаться жизнью. Спасибо за внимание.